друзья, всем привет! Вы на канале Скуревью. И давайте мы посылку вот такую вот распакуем. Здесь должна находиться радиостанция от Baofeng. Самая дешевая модель из тех, что у них есть. Приобретал я ее, по-моему, за $15, что-то вроде того. Но, несмотря на то, что модель эта дешевая, говорят, что она очень и очень хороша. Вот таким вот образом все это дело выглядит. Давайте смотреть, что у нас внутри. Инструкция по эксплуатации. Да, кстати, как у нас моделька-то называется? Моделька. Здесь, может быть, где-то написано. Что-то не вижу я название модели, ладно. По комплекту сейчас пройдемся, потом еще раз название поищем, может быть, найдем. Так, коробку убираем. Что у нас здесь есть? Есть зарядное устройство. Так. 0,3 ампера. 5 вольт, да? Нет, 5 вольт и 0,5 ампера. Вот такое вот зарядное устройство. Не очень мощная сама радиостанция. Видите, насколько она миниатюрна. Но, повторяюсь, говорят, что станция очень неплохая. Аккумулятор литионный, 3,7 вольта, 1500 мАч. Что дальше? Есть у нас вот такой вот кабель, микро-USB. Я так понимаю, он для зарядки нужен. Для того, чтобы эту радиостанцию перепрошить, нужен другой. Вот такой вот подвес. И что у нас здесь еще? Я так понимаю, это... Гарнитура, да, именно она и есть. Даже есть вот такая вот амбушюра поролоновая. Вот такие вот дела, ребята. На этом, я думаю, все. С распаковкой мы закончим. Комплект посмотрели, саму радиостанцию посмотрели примерно, да? Вот так вот все это выглядит. Теперь я отправляюсь ее тестировать, установлю аккумулятор, естественно, для начала. Скорее всего, понадобится ее перепрошить на наши частоты, поскольку обычно у китайцев по умолчанию прошиты частоты, которые запрещены в России. Но перепрошивка процесс простой, проблемы это точно не станет. После того, как я оттестирую, значит, эту радиостанцию, будет видеообзор на данном канале и текстовый обзор на сайте skureview.com. Ссылку на эту радиостанцию я оставлю, как обычно, в описании к видео. Кому она уже понравилась, переходите, смотрите и покупайте. А на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте о канале друзьям, делайте репосты этого видео. Еще увидимся.